Добро пожаловать на канал Hardress Info. Перед нами находится телефон Xiaomi Redmi 12C. И сейчас мы разберемся, как настроить дату и время данного девайса. Итак, для начала мы переходим в настройки. Здесь спускаемся немного вниз и выбираем расширенные настройки. После чего первая функция у нас дата и время, мы по ней кликаем. И здесь у нас есть несколько настроек. Итак, двойные часы. Их можно выключить, можно включить. Это будет значить, что у вас будет одновременно настроен ваш регион и тот регион, который вы здесь поставите. То есть часы будут вам показывать два разных времени. Ваше местное и то, которое вы себе настроили. Также можно поставить формат времени, либо на основе языка системы, либо можно его выбрать самому. Это как вам удобнее. Дальше можно определять свой пояс по местоположению. Но не получится поменять его, пока мы не уберем галочку вторую. Настраивать свой пояс автоматически. Здесь мы сможем теперь настроить свой пояс так, как нам хочется. Просто поставьте эти две галочки для своего же удобства. Они стоят, в принципе, по умолчанию, чтобы при ваших путешествиях часовой пояс перестраивался сам. И вот эта галочка тоже бы вам лучше стояла, конечно, чтобы время тоже подстраивалось под ваше местоположение и сеть. Но если вы решили поменять время или настроить все вручную, просто уберите эту галочку и настройте время так, как вам удобнее. И нажимаем ОК. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!